Здрасте. Стрим без вебки. Небольшой, на часик плюс. Только на Твиче, эксклюзив. Потому что я сегодня весь день с семьей гулял, и мне просто лениво. А еще немного голова болит, потому что я половину дня провел на пляже, на озере, и немножечко, по-моему, поджарился. Перегрелся. Че так? Так, я, кстати, узнал, куда мне надо идти. Я вчера тут тупил, а оказывается, мне все-таки надо было по водопаду прыгать. Потому что я об этом не знал. Здесь, короче, дверь закрыта. Здесь дверь закрыта. А надо вот сюда. Hello there. Здорово, Зиваныч. Сегодня не показываю. Я подгорел. У меня, короче, я полдня провел на солнце, на озере. У меня немного болит голова, я устал. И еще у меня из-за того, что я на солнце валялся, короче, глаза превратились в поросячьи щелки и красные. Я не хочу вам показываться. Вот, короче, мне вот сюда надо было. А черепахи злые? Или так? Да, сегодня твичон ли мне лениво что-то делать? Мне болит голова. Я устал. А, здесь? Поэтому от меня не ждите каких-то успехов. Вот тут есть королевская смазка. Так. Никто на меня не прыгнет? Никто не прыгнет. Да, немного перегрелся. С непривычки-то в Нидерландах солнце, вы вообще понимаете, что это такое? Солнце в Нидерландах. Never again. Клубничку собирал. Ах ты, маленький любитель клубники. У нас всю неделю будет, короче, с сегодняшнего дня началось лето. Всю неделю будет... Равно слева, ну я тебя вижу. Всю неделю будет... Извините. Надо разобраться, потом будем говорить. Всю неделю будет под плюс 30. Я даже думаю из дома продолжать работать, потому что в офисе кондей, конечно, есть, но такое. А, и оно не открывается. Подождите, а нет рычага? Чтобы типа эту говно открыть. Чтоб шорткат был. Видимо, нет. А, вот. А, ну вот, да. Мне, кстати, здесь бы засейвиться.
Да? Или я здесь... Ну ладно, неважно. Отдыхать так отдыхать. У нас тоже вторую неделю 38 обещают, но ее нет. Блин, плюс 38 это от сатаны. Я каждый раз себя, когда у нас наступает жара, глажу по головке. И благодарю себя за то, что я оставил себе кондиционер в прошлом году. Какой я, дядя Миша, молодец. Бичевка. Кстати, как там баланс по выработке у панели? Что такое баланс? А, типа сколько в году потратил, сколько выработал. Ну, короче, вырабатываю я все еще меньше, чем трачу. Трачу я много. Жена из дома работает. Компьютер теплый. Кондиционер летом. Ну, такое. Но... Летом я даже, типа, в мае я, по-моему, какие-то копейки заплатил за вычетом. Ну, это что? Как в Нидерландах устроена оплата? Так, по счетам. Ты в месяц платишь фиксу, которая потом раз в году происходит перерасчет. То есть я плачу 180 евро. У меня в апреле... Ах ты. У меня в апреле, по-моему, перерасчет. От начала контракта. И потом... Раз в году они решают тебе вернуть денег, или ты еще заплатишь. За прошлый год мне, кстати, вернули немного. Мне, ну как немного, ну там нормально. По-моему, 600 евро мне вернули. За год я заплатил больше, чем потратил. Ты где? А, я таких вас помню. Я вас таких помню. Исчезающих магов. Но ничего придумать не могут. Нового. Так, а как тебя бить? А никак. Ой, там кто-то. Блин, это хмырь. Это хмырь живой. Ладно, давайте сюда сходим. Эй, Дэми, как DLC идет? Больно или не очень? Ну, я могу сказать, мне пока не больно, впереди чудовище. Это мимик. Клянусь жопой, это мимик. Нет. Странно. А как? Наебали. Щит с волком. Так. Что за щит с волков? А можно щит без волка? Ой, стакан. Я еще особо боссов не бил. Я убил только одного сюжетного босса. Льва, который похож на китайский... Ладно, не похож на китайский, но есть, по сути, это китайский лев, которых на праздниках таскает. Но я убил его с помощником. Мне никому ничего доказывать не надо. Поэтому я просто, если игра мне позволяет вызывать помощника, я как сейчас боссов убиваю? Это меня этот... Пиноккио научил.
короче, приходишь, пытаешься несколько раз потратить босса, смотришь, как у него механика работает, потом просто понимаешь, что ты не хочешь на нем сидеть и время тратить, и просто призываешь помощника, и уже с помощником потом убиваешь. Нормально ты. О-о-о. Понятно. Эдгар, авант в хату. Сколько попыток на льва ушло? Немного, с помощником 5-6 типа того. Попробуем пробежать. Это, конечно, делать нельзя, но я пробегу. Дай. Дороги ему. Блин, чертова магия. А ну, стой. Так, может, здесь можно подняться? Или на конике пропрыгать? Коник не вызывается. А, я вот сюда не ходил. А, окей. Ладно, давайте здесь посмотрим, что. Они вообще все меня ненавидят. Так, что? Что? Ну, здесь надо явно... Опа-па-па-па. Что это был за пролаг вообще? Run. Так, а что мне с тем хмырем делать? Я так понимаю, тот хмырь — это тупо скилл-чек. За один удар он сносит почти все хп. Ну, где он? Ты где? Папа-пальчик, папа-пальчик, где же ты? Вот он я. Вот он я. Как дела? Мама-пальчик, мама-пальчик. О, где же ты? О, он на меня загрелся уже. И что мне сделать с ним и с магом одновременно? Как что, сосать? Сосать.
Пресхеле. Что там, хомячка, желатинки, как всегда. Что я еще могу хомячить? Ну, иди сюда. Кто-нибудь еще придет? Не особо. Ой, началось. Давайте здесь подеремся. Наверх я... Да мне придется, потому что в жопу прилететь может. В ответственный момент. А жопу подставлять нельзя. Так, еще где-то один должен был быть. Да, чат, береги жопу. Особенно с молоду. Так, кончились маги? Маги кончились. Так, что мне делать с вот с этим господином? А что, куда попрыгал? Так. А, кончилось твое бухло, дед. Все. Меч рыцара Мунритиль. Так, хорошо. Меч рыцаря Мунритиль. А, и мудрость нужна, понятно, в топку. Топку. Ты кто? Короче, у меня рыцарь, у меня прокачка, я ловкий, сильный, но тупой, без мудрости. Да, пассивка крутая у меча. Поэтому я не могу найти его замену. Если он приходил на стрим к Алексу, и он только-только же начал играть, и у него уже есть этот меч в самом начале игры. Камерланы. Усиливает атаки и стойку, которую занимали некоторое время. Шо? Какую стойку я занимал? Какую такую стойку, как это понять? Гуфовский умеет соусы? Нет, конечно. Иди стрим посмотри.
Я не уверен, что он рандомно дропается. Я тоже не умею в соусы. Мне просто нравится. Ах ты! А ты откуда вышел? Ты где все это время ждал? За дверью? Понятно. Самокопание сейчас не помешает. Перейти в стрелок. Так что что? Так что осторожно вверх. Понятно. Туда. Киллан, попробую туда. Росянка. Господа, у вас росянка. Так, ну иди сюда. За это так, дед. Я помню эту. Скотина. Ох-ох-ох-ох-ох, я словил. На лету видали вообще, какой, каков снайпер? Чертила. Так, дальше куда? Полный человек. Жиробасинка не пройдет. Так, а здесь что? Есть что? Можно играть в футбол черепом. А, не зря зашел. Смотрите. Кузнечевый с камень брака 2. Так, а здесь есть что? Видимо, нет. Ну, мне вот сюда. Закликал. Ой, мне пора дочь укладывать. Сейчас до куда-нибудь дойду и пойду дочь укладывать. Что началось-то? Как собака умеет.
Красиво. А, не все обыскал. Еще один кузнечник, да господи. Тоже неплохо. Нет, это не мимик. А почему пятно крови там? Мечевидный ключ. А мечевидные ключи, по-моему, открывают двери в подземелье, по-моему, если не изменяет память. Да, сврат перехода. Ну, типа в маленькие комнатки. Но я пока в дополнении ни одной маленькой комнатки не нашел. Так, вот это плохо. Это очень плохо. Господи, мне сколько бежать. Господи, еще небось... О, нет. Сейчас выяснится, что здесь, короче, за ним лифт, а там костер. Классик. Блин. Не, ну это полное дерьмо. Интересно, там вот этот хмырь, он одноразовый? Или двухразовый? А, одноразовый, слава богу. Собака никак не успокоится. Так, чтобы побыстрее. Так, здесь я был. 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 Ну, кстати, не так уж и далеко, если пробежать, вон мне всего лишь туда. И там, короче, лифт. Я, наверное, сразу на лифт. Опа, а вот этого придется убить. Он меня не блокирует проход в деревню. Блин, ну что делать? Ладно. А, нет, 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 нет. Пожадничал. Так, я его не хочу в... Не хочу его в этот самый брать. Хорош. Сыкло. Ой, сыкло. Это я, кстати. Блин, я угадал. Я слишком много играл в игры с From Software. И уже жопой чую, когда есть костер. Я с таким же хихиканьем от него в первый раз уезжал. Так, хорошо. Значит, я здесь не одинок. Я пойду дочь уложу и вернусь. Ну, посидите тут, послушайте музыку 5 минут.
Так, я вернулся. И пока я не забыл... Мне надо сделать вот это. Та-да, чертов Дуолинго. А то стейк пропадет. Zij stellen moeilijke vragen. Ага. Не буду я сейчас с тобой говорить, я пропущу вот это. Zij stellen moeilijke vragen. They ask difficult questions. Так, why? Waarom? Wat doet zij zonder mij? Wat doet zij zonder mij? Wat doet zij zonder mij? When? Wanneer? Wanneer? How many shoes? Hoeveel? Schoenen. Ik wil geen moeilijke vragen. Ik wil geen moeilijke vragen. Ik wil geen moeilijke vragen. Waar zijn jullie nieuwe schoenen? Да, пока не это самое. Пока не пройдем босса в Дуолинго, дальше в Elden Ring играть нельзя. Where are your new shoes? Who kent u haar? Who kent you haar? How do you know her? I want an answer. Ik wil, должно быть где-то wil. Ein antwoord. Welk meisje? Welk meisje? Ой, я забыл, как meisje правильно пишется. По-моему, так, meisje. Ага. Meisje, окей, забыл. What are you doing? Welke vragen? Welke vragen? Какие вопросы? Haar moeder stelt haar een vraag. Так, ее мать задает ей вопрос. Wiens kinderen? Короче, каждый вечер мы будем с вами проходить по одному уроку Дуолинго. Больше у меня желания заниматься Дуолингой нет. Фу, ви. Всем забываю. Welk meisje? Welk meisje? Вот так. Теперь все вспомнил. У меня периодически некоторые слова, я типа знаю, как они произносятся, но забываю их про описание. Но вот Дуолинго очень хорошо на это надрюкивает. Я закрыл юнит 7. Окей. Protect Stake. Я вчера пропустил. Вчера у меня гости были, поэтому... Не, вчера... Надо, короче, если я не успеваю делать Дуолинго днем, вот так вот вечером заходить и вообще зашибись, да? Стоп, а у меня... У меня Elden Ring упал, кстати. Я альтабнулся. А у меня Elden Ring упал. Ну, нормально.
Сейчас бы голландский в Элденринге учить. Хрюкать там по-голландски. Серьезно, начинать каждый стрим с одного, не с юнита, а с одного занятия по дуолингу. Или, например, после каждой попытки убить босса. Неудачный. Один урок. Как по-голландски будет палец на дыра? Блин, сейчас, подождите. Это хороший вопрос. Сейчас. Ну, палец. Кстати, я не помню, как палец по-голландски. Сейчас и выучим. Сейчас все выучим. Скорее всего, какой-нибудь. Ну, прям так фингер вообще. А, нет, нет. Я опечатался. Сейчас, подождите. Да, фингер. Только пишется не через F. Голландский V читается как F. Фингер мар. Хат. Хат. Фингер мар хат. М? Условия освещения меняются, прикольно. Оба-на. А, и тут, кстати, призыв есть. Впереди негодяй. А кого здесь надо призывать? Ну, можно призывать. О, вот этого рыцаря. Осторожно, собака. Ну что ж. Наверное, это тот босс, про которого все говорят. Ох, я его видел немножко. У него очень быстрые атаки. Окей. Это женщина? О, серьезно, это женщина. А как мы узнаем, что это женщина? Потому что сиськи. Не, Яндекс. Неправильно перевел. Это совсем не голландский. Ты точно голландский там вел? Вот, Finger Mar Hat. Это правильный перевод. Как другие так быстро дошли до нее? Другие, короче, не... Сейчас скажу. Другие не пошли вот сюда. Вот сюда. Другие не пошли вот здесь вот. Не нашли скрытую... скрытый как-то воздушный поток, на котором на коне можно скакать вот сюда. Потом не пошли вот сюда. Я, короче, шароебился. Не пошли они вот сюда, вот в катакомбы туманного разлома. Как
какой датский? Датский — это не голландский. Нужно нидерландский искать язык. Дач — это голландский, но не даниш. Короче, боль. Вот здесь народ. Надо хоть как-то ударить, что ли? Пиздец. Оба. Не, ну это вообще я нарил. Давайте сюда Гуфовского вообще. На этого босса. Не, мы еще ее потрогаем. А что это забыл за лаг на секунду? Компьютер купи, что ли? Вы видели этот лаг? Я видел. Хорошо, что здесь поставили костер прямо сразу. А я, кстати, все души проебал. Так, можно попробовать, так как я не успеваю видеть ее атаки, можно попробовать щит взять. Как будет проебал на голландском. Сейчас. Какие у меня щиты есть? Есть что-нибудь, который... Как он там назывался? Капля, по-моему. Который... Так, окей, ладно. Вот, по-моему, вот этот парирование. Вот это хороший. Треугольный щит. Что еще есть? Вот это неплохо, но тут нет навыка. Так, вот это неплохо, но тоже. Толчок щитком. Плевок огнем.
Господи. Но он нихера себе весит, конечно. Тогда мне полностью переодеваться придется. Не, не, подождите, вот этот же должен быть легкий. А, всего 5. По-моему, я вот с этим всегда ходил. Или... Это 3-5. Ну-ка. Ой, перевес какой. Ладно, придется раздеваться. И Кэпхед их пробьет. Я так с вами голландский выучу. Так, подождите. Так, что у меня еще тяжелое? Штаны тяжелые. Во, нормалды. Нормалды. Сейчас будем блокировать. За второй, да, хитспейр мне не давал, зато... Ой. Оба. А можно я ее успею парировать? А ее, она вообще парируется, кстати? Да, блин. Каплю. Не буду я каплю. Я хочу с ней подраться. Мне нравится. Бой красивый. Почти такой же, как танцовщица. Помните, сколько я на танцовщице сидел? В третьем Dark Souls. 3 вечера, по-моему. Я ошизел уже от этой музыки. Я плакал, грыз кафель, но... Но сделал. Научился танцевать. Так, сейчас еще раз посмотрю. Ее можно парировать или нет? Что у меня еще есть? Толчок щитом. А я, кстати, забыл, как парировать. А я не тот нажимал. Блин, я же забыл, надо же вот так. Черт, я все забыл. Я сколько уже не играл со щитом. Надо же вот так вот. Вот так же, да? Да. Я же совсем забыл. Или нет? Подождите, как вообще щитом парировать? Это надо вовремя нанести удар щитом? Или вовремя подставить блок? Я уже все забыл. Типа надо вот так вот вовремя? Или вот так вот? Дремл, ты же все знаешь. Вовремя подставить или ударить? Подставить или ударить? О, у меня, кстати, голова прошла. Спасибо, чат. Только сейчас обратил внимание, что голова больше не болит.
Во, получилось. Получилось. Но это... Ну, это так себе решение, конечно. Короче, пробую просто вот так вот. Ой, выносливость кончилась. О, это что такое? Это что такое? Вы видали эту штуку? Кликает Тракс этой, в этой игре женщины проходят все боли. Бэкстеп? Интересный вопрос. Да, иногда получается ей за спину зайти и провести, наверное, что-то. Но в целом, пока выносливость у меня есть, все удары ее простые блокируются. То есть можно вокруг нее не скакать колобком. Ой-ой-ой. А вот это, кстати, не блокируется. Ладно. Прошибает. Себя. Не, не бэкстебается. Кстати, я что-то не помню, чтобы боссов можно было бэкстебать. Их можно ошеломлять. Своим появлением. Ой. Ой.
твою мать. Это было быстро. Ты чё? Блин, попал. Не попал. Попал. Не, ну это жесть. Ладно, потом попробую помощника вызвать. Даже попасть по ней не могу. Ой, какой позор. Вообще пипец. Не все. Некоторые атаки вообще не блокируют защиту. Поэтому, наверное, все-таки лучше. Значит, щит. Щит мне особо ничего не дал. Ой-ой-ой, ты чё? Видали? У меня чё, получилось её ошеломить. А это что такое? Чуть не убил. Да вы чё? Да вы чё? Чуть, я чуть её не убил. Господи, какой позор просто. Да, мне повезло с кровопотерей, один раз ее ошеломил.
Ой. Ты чё? Да, блин. Реально убивается, короче. Я не знаю, что тут народ на ней сидит, она убивается. Изич. Сейчас, подождите. Ой, нет, 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 нет. Блин, нет. Да кто такая Алина Рин вообще по сравнению с дядей Мишей? Сборище нытиков там понаставили отрицательных отзывов в великолепной игре. Слишком сложно. Так, стопэ. Сейчас будем пробовать, короче, еще и со смазочкой. Thank you.
Да, блин. Я все... Все потратил. Так, чем больше я в себе почувствовал самоуверенности, тем хуже я ее сейчас бил. Да, начинаю наглеть. Я что-то расслабился. Да, ёп, закрутило. Так, ладно, все, теперь шутки в сторону. А это что было? Она охренела, вы видели? Она одновременно вызвала два раза вот эти вот магические клинки. И что это был за белый удар в самом начале? Вот сейчас, вот что это было? Ни разу по ней не ударил еще. Ну вот какого хера? Короче, это был просто рандом. Я в себя поверил, а на самом деле это мне просто повезло. Или спать пора. Здесь, кстати, Саша, можно каплю не вызывать. Здесь можно... Здесь можно вызвать помощника.
Да, он себе поверил, сегодня точно без капли. Нет, я сейчас спать пойду. Что вы думаете? Блин, ну вы видели вообще, были просто изичные траи? Ну просто вообще. Я не знаю, что я делал, куда я нажимал. Возможно, я глаза закрыл. О, вот сейчас повезло. И сейчас повезло. Да, блин, я потратил. Господи. Я потратил смазку. Черт. Не надо было вызывать. Я думал, короче, мне хватит времени, когда она лежит после ошеломления. Отличиться и с маской смазаться, чтобы легче проходило, но не получилось. Блин, мне не хватает выносливости. Чтобы, блядь, кататься и ее рубать. Блин. Короче, убить можно. Не знаю, что вы тут. Это убиваемый босс. С матом, конечно. Хели, а ты видела, как убивался... Убивается его, как, короче, босс выглядит из третьего Dark Souls'а под названием «Танцовщица». Вот где красота. Вот где песня. Наверное, самый красивый босс, который я видел в жизни. Там отличная музыка, там отличная атмосфера. Большая тетя ходит, согнувшись, медленно, красиво. Я ее убивал 3 вечера, по-моему. Thank you.
Нет. Ой, как мне прав... как мне втащило. Пока, Дремл. Спасибо, что зашел. Ладно, еще 5 минут и спать. Мне еще надо на кухне убираться. А завтра детей еще рано вставать в школу вести. В школу, в садик. Выходные, к сожалению, закончились. Ой-ой-ой-ой. Надо быть отличным. Ничего себе, это берсерк вообще. Копаешь прошлое. Какой стат на ошеломление влияет? А, по-моему, там, как из, если это как в старых Dark Souls, если бить босса в лицо, он ошеломляется через несколько ударов. Ну и если ему наносить последовательно сильные удары. Еще от оружия зависит.
Это Берсер просто архивариус, наверное. Я уже ни черта не помню из старых стримов. Отстань, тетя. Что ж такое? Пять минут прошли, нет, звон, еще одна. Последняя попытка. Последняя попытка. Отстань, тетя. Тетя это, ну, женщина это фрау. Отстань, я не знаю. Да все, я уже устал. А чтоб тебе? Не, я уже устал. Завтра со свежей силой. Пойдем в хант. Не.
Не, вот этот меч. Короче, с этим мечом, когда она делает белый меч, надо к ней приближаться. Пошло это в пизду вообще. Все, заканчиваем. Завтра со свежими силами будем страдать. Все. Пошла ты, женщина. Быстрая, большая женщина.